Короче, есть у меня один бизнес-план. В Москве пробить очень сложно. Давай говори, что ты. Открываю свой фитнес. Все, это серьезно? Вы сейчас любую соцсеть открываете, что вы там видите? Вот я до планки, вот я после планки. Вот я там в отпуск готовлюсь. А вы что, на турнике сидите, да? Молодцы. Да ради бога, пожалуйста. У нас скоро будет открытие фитнес-клуба. Вы когда-нибудь работали в подобном заведении? Нет. Ага. Судимости есть? Три. Извини, пожалуйста, а можешь снять маечку? Три ходки у человека. Ну, с голой жопой ставить, такие люди не меняются. Ну, мы же хотим поменяться, Маришечка. Я согласна со Светой, за ним даже мух улетел. Люд! А что происходит? Киношники. Че снимают? Комедию. В стране пи***ц. А мы комедии снимаем. Чик-чик-чик, там чик-чик.